ЗАГС распахнул свои двери. Причем не только для молодоженов. Сегодня в рамках Дня открытых дверей студенческой молодежи рассказали о нелегкой, но интересной работе сотрудника ЗАГСа. Бек Абдинов побывал на мероприятии. Часто в силу жизненных обстоятельств мы теряем свидетельство о рождении, смерти, о заключении брака, либо о его расторжении. Как восстановить такие документы, большая часть карагандинской молодежи даже не знает о том, что все это можно сделать в ЗАГСе. Как принято для молодежи, с ЗАГСом ассоциируется свадьба. Вот и работники ЗАГСа района Казыбек-Би рассказали, что ЗАГС – это зеркальное отражение жизни человека. Сегодня вы сможете посмотреть торжественную регистрацию браков, ознакомиться с историей ЗАГСа, посмотреть, что такое архивы ЗАГСов, как происходит формирование архивов ЗАГСов, как происходит вообще формирование актовой записи. В честь празднования праздника День органов юстиции, в этом году исполняется 93 года органам юстиции, сегодня мы проводим День открытых дверей. По ходу Дня открытых дверей работники ЗАГСа Казыбек-Би подробно ознакомили студентов со стенами радости и печали. Один хочет присвоить фамилию матери, один хочет присвоить фамилию отца. Вот в таких случаях спор решается только через суд. Мы даем направление в суд, и они решают этот вопрос только через суд. И все же, кто это работники ЗАГСа? ЗАГС – это подразделение управления юстицией. Не зря День открытых дверей проводится накануне Дня органов юстиции. Первые официальные органы юстиции на территории Казахстана появились давно. 23 декабря 1786 года указом Екатерины II был образован Киргиз-Казахский военный суд. А в настоящее время День юстиции Республики Казахстан, согласно указу президента, отмечается ежегодно 30 сентября. Бек Абдинов, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.